Всем привет, с вами снова Санек. И я вам расскажу, с какой проблемой я столкнулся и как решить данную проблему. Дело в том, что Виктория не запускается. То есть в Windows, Windows 7 у меня стоит, она не запускается. Вот нажимаем, смотрим. Видно, да, какая-то ошибка. Еще какое-то окно. В итоге что мы получаем? Открытая Виктория. Никаких жестких дисков нету. Никаких тестов включить невозможно. Даже нажимаем паспорт. Все без толку. Ничего не работает. Если кто знает, это хорошо, но некоторые пользователи не знают, в чем кроется данная проблема. И это видео я делаю именно для таких пользователей. Что нам необходимо? Все гениальное просто. Нам всего лишь необходимо запустить Викторию от имени администратора. Нажимаем другую клавишу мышки и выбираем запуск от имени администратора. Нажимаем, утверждаем, да. В итоге у нас открывается Виктория. Есть, видим, винчестеры наши. Какие, сколько гигабайт объем, какой их. И уже можем свободно тестить винчестер и так дальше. Делать всякие разные операции по винчестерам. Ну, в принципе, и все. На этом все. С вами был Санек. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, что видео вам помогло. Ставьте лайки. Всем пока.